эмоции, конечно. Обычно меня, я очень рад, я к этому шел и мог достичь этой цели. И это, можно сказать, самая большая победа моей карьеры. Все по плану было, и я был готов и стойки, и борьбе. Я знал, что мой соперник Руслан Сарил хорошо работает в стойке. И я также знал, что у него хорошая защита от борьбы. Поэтому я готовился и в стойке, и по борьбе. По плану, как тренер сказал, проход обманул и правый кросс. Так и проходила моя ударная техника. Моя большая победа и к большой цели, можно так сказать, к большой цели. Вот я в этом организации стал чемпион. И надеюсь, я скоро стану боец Лиги UFC.